Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Сегодня пишет о том, что актер Пашутин, Александр Пашутин, назвал певицу Лайми Вайкули конченым человеком. И вот что пишут в СМИ: народный артист России Александр Пашутин назвал латвийскую певицу конченым человеком. Ну, здесь, в общем-то, да, немножко по-другому написано, конченая идиотка, но тем не менее. Пашутин родился в то время, когда Советский Союз боролся с фашистской Германией. Будучи ребенком войны, артист признается, что ему противно слышать то, что говорит Вайкуле. Она конченый человек, безграмотный, совершенно не знает истории. Может, у нее есть одна октава в голосе, но больше у нее ничего нет. Особенно ума, заявил актер. Больше всего Пашутина возмутили слова Вайкуле о том, что памятники солдатам ВОВ не представляют художественной ценности. Он отказался комментировать ее высказывание, но отметил, что ее не было бы на свете, не победи СССР фашистов. Абсолютно правильно, друзья. Здесь не добавить, что называется, не отнять. Ее высказывание – это просто, как пишут в комментариях, с предложением провести психолого-психиатрическую экспертизу этому человеку. Друзья, что думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.